Владимир, действительно ли век углеводородов проходит и будущее за биотопливом? Ну, век углеводородов проходит, но очень, знаете, постепенно, так, шажочками-шажочками, так, в принципе, постепенно. А вот у меня вышла книга «Мировая энергетическая революция. Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир». В принципе, я тенденции развития мировых сырьевых энергетических рынков я достаточно подробно расписываю. Действительно, мы можем, как поются в песне, говорить о энергетической революции в том смысле, что есть у революции начало, нет у революции конца. То есть этот процесс все-таки достаточно постепенный, и не зря, например, Greenpeace в своем энергетическом исследовании использовал игру слов «эр-эволюция». Да, то есть это процесс эволюционный, достаточно постепенный, но в то же время, в принципе, изменения происходят достаточно быстро. Сейчас иногда даже скачкообразно, да, поэтому можно говорить о революции. То есть, конечно, постепенно век углеводородов проходят, и здесь множество причин. Первая причина то, что технологии, альтернативные технологии развились, достигли коммерческой зрелости, так сказать, и начинают конкурировать с традиционной энергетикой, с традиционными транспортными технологиями. И вторая важная причина, так скажем, можно сказать, идеологическая, это причина вот глобального потепления, причина климатических изменений, да, которая, в принципе, заставляет многие страны, правительства, народы и так далее смотреть, так скажем, в сторону чистой энергии и активнее развивать, в том числе и биоэнергетику, разумеется, да, потому что биоэнергетика – это энергетика климатически нейтральная. Вы считаете, что революция началась? Она в какой стадии? Революция в разгаре. Ясно. Ну, то есть, действительно, будущее, как вы считаете, когда биотопливо займет свое достойное место? Знаете, биотопливо, в принципе, всегда играло важную роль в энергетическом балансе, да, то есть если мы помним какую-то, возьмем древнюю историю, да, то, в принципе, 100%, да, то есть 100% энергетики, да, то есть основывалось именно на биологическом сырье, биологическом топливе. И сейчас мы, конечно, видим, так скажем, ренессанс вот биотоплива, биоэнергетики в мировом масштабе. Это повышение значения биомассы в производстве тепла уже на современном технологическом уровне, да, с использованием современной техники с высоким КПД. Это активное использование биотоплива на транспорте, а также и в электроэнергетике. Поэтому и сейчас, в принципе, ну, доля биотоплива, так скажем, в мировом энергетическом балансе, доля биомассы, она составляет сейчас сегодня где-то 10%. Вот. Ну и, в принципе, да, то есть эта доля будет постепенно, да, расти, увеличиваться. Кажется, на этом конгрессе какая цель вашего участия в этом конгрессе? Кто здесь участвует? Что вы хотите что-то донести? Я хочу поделиться с участниками конгресса своим видением вообще развития мировых сырьевых энергетических рынков, поскольку, как я говорил, я специалист вот именно в области возобновляемой энергетики. Занимаюсь этой проблематикой достаточно активно. Вот, и, в принципе, моя книга «Мировая энергетическая революция» вот рассказывает как раз об основных трендах развития сырьевых энергетических рынков. И я хочу это донести до слушателей конгресса, вот, обсудить, собственно, в каком контексте мы сегодня существуем. Нам придется существовать дальше. Вот, собственно, вот, да, это хотел бы обсудить. Спасибо. Да, спасибо. Книгу покажите. Да, вот так, подержите сейчас. Очень интересно. Ну и хорошо. Сколько же может сосать из земли? Так она нас... Надо презентовать с автографом книгу, наверное.